Вы должны доказать, что ищете работу. Я ищу, уж поверьте. 3 подписи к завтрашнему дню. Или объясняться будете перед судьей. Дел нуждается в работе. Расскажите мне, когда в последний раз пытались проблему решить. Сегодня утром, когда из кровати вылезал. Филипп нуждается в помощи. Мы найдем человека, который тебе понравится. Позвольте мне быть вашими руками и ногами. Мне нравится. Хорошо. Пентхаус? Вам необходимо дождаться своей очереди. Расслабьтесь, это не ограбление. Просто подпишите документ, пожалуйста. И каким же образом? Ну, не знаю, медленно. Руки, что ли, не работают? Нет. Но рот же шевелится, как и у вас. Мне помощь нужна. И сколько платите? Да, черт подери. Да, черт подери. Виноват, виноват, приятель. Основано на подлинной истории. Вы не обладаете достаточными навыками для этой должности. Ремень, ремень. Вы когда-нибудь меняли катетер? Нет. Сожмите головку и вставьте. Я ничего не чувствую. А я чувствую. Хотите напитать душу, слушайте ее. Удивительно, да? Пою прямо, как она. Да, невероятно. Вы такой же богатый, как Джей-Зи? Нет, богаче. Помогите! Которая машина ваша? Все, что справа. Бог ты мой, они непрактичны. Вот именно. Вы можете получить любую девушку, которую захотите. Как насчет вон той с ботоксом? Идеально подойдете друг к другу? У вас тело не двигается, у нее лицо. В этом январе. Сюрприз! Я четко сказал, никаких вечеринок в честь моего дня рождения. Мне жаль, что для вас вечеринку-сюрприз организовали в вашем громадном особняке. У некоторых из нас настоящие проблемы. Я борюсь за то, чтобы видеться с сыном. А кто в этом виноват? Ты или весь мир настроен против тебя? Слитесь? Хотите разбить эту здоровенную бутылку вина? Да. Что еще? Быка. Что за... Дел бардак учинил. Кевин Харт, Брайан Крэнстон и Николь Кидман. Просто расслабься. Я расслаблен. Я такой, когда расслабленный. Светлая сторона. Скоро на экран.